не обнаглел, блядь, вообще? Я обнаглел? Ты обнаглел. Чё такая борзая? Я... Что, здравствуйте, Олег. Здрасте. Я Галина, мы сегодня бронировали стол. Я Олег. Да, очень да. Приятно. Олег. Чего не готова еще? Каждый день просто у Инны, я вам писала, резерв нужно сделать на 4, 5, 6 человек. Идет красавица, идет покушать, да? В смысле? В смысле, у нас день рождения. Но. Я бронировала стол внутри. Девочки, вот собрались, мы не хотим девочек других ждать, и хотим начать кушать. Слушайте, ну там в зале, ну вот Галина сидит в зале. Ну я и смотрю, у вас что-то как-то... Мы заказывали на 4, на 5, 6 человек на 8 день рождения, на 8 вечера, 28 августа. Я вам писала, звонила, меню уже сказала, что примерно то-то, то-то. Так здесь... Не, подождите, подождите. Да ничего ты, что ты... Так здесь-то то же самое, все ведь. И девушку Галина зовут, и время это же. Посмотрите, 8 тогда, человек. Посмотрите, я не знаю, вы либо ошиблись или что. Но я обычно представляюсь Гала. Ну да, меня знают Галина, Гала, Галина. Ну так это тоже Гала же. А что нам делать теперь? Ну. Я говорила по меню, я вам уже говорила. У нас сегодня и так день, блин, девчонки не приходят. Давайте, может, с ними? С кем? Не знаю. Это как? Слушай, я по трубке-то я не вижу, как так, ну там сколько Галины звонит. У меня такое ощущение, что вы тупите, просто стоите здесь и портите нам настроение. Я вам два раза перезванивала. Ну а что нормально, Ин? У тебя день рождения, девчонки собрались, я не пойму. Блин, что такие? Будем... А как будем решать? Что такие наезды-то? А какие наезды? Я-то тут при чем? Нет, позвонила а девушка, тогда, Олег, девушка позвонила, делать? Сказала Галина. А что делать будем? Мы все собрались, день рождения отмечать. Я... Кто там сидит? Убирайте их, выгоняйте. Олег, выгоняйте их. Вы обнаглели, я вообще не знаю. Ну а что? Я обнаглел. Я буду нервничать здесь. Ну блин, ну. Я просто нервничаю, потому что я ответственная за этот день. Ну, слушайте, ну я-то тоже у меня такое впервые человек вообще. Человек переживал. Она мне звонит, говорит, Галь. Ну, заранее, ну я конечно, знаю, да. Она так, мне говорит, Галь, и так девчонок всех собрали, 8 человек. Так те-то тоже, позвонят. Да? Я же не вижу в трубку, да, кто мне звонит. Нет, деньги мне... Такое, деньги побежали. Деньги я вам на банковский счет да, прислала. Да, все, деньги пришли, все, мы накрыли стол. Они приходят, говорят, это мы. Как зовут? Галина. Вот они и сидят. Ты не обнаглел, блядь, вообще? Я обнаглел? Ты обнаглел. А что такая борзая? Я борзая, блядь. Ай, ёпта, блядь. Галя. Козёл, блядь. Это был розыгрыш! Реально, клубинки.